радовать гостей подарками. Понимаете, у нас не принято шиковать. Ну как не принято? Скорее нет возможности, да? Очень сложно шиковать без денег, да? Заходить в бар, говорить, эй, бармен, всем по-большому привет от меня! Bring it spicy grooves and some crazy moves. So tasty and delicious. You're gonna lick your fingers. We'll make you fly. We'll make you shout and clap your hands. You'll feel so high. You'll never cry again. So if somebody's trying to sell you something that sounds like groove. Если работа связана с чем-то грязным, можете ее ненавидеть, да? Например, я был однажды в гостинице, лежу в номере, тут стук в дверь, открываю, там уборщица такая, говорит, уборка. Не надо. Закрываю дверь и через дверь слышу, как она говорит, храни тебя, Господи. The funk is gone. Who here thought the funk is back? The funk is not gone. The funk is not back. It's really run around just feeling the crack. Y'all feeling the beat. Hitting on the one. В браке ты сталкиваешься с такими вещами, которых тебя никто не предупреждал. Например, вы знали, мужики, что если ты 30-летний мужик с работы, который полностью обеспечивает свою семью, и ты хочешь в кино, а жена не хочет в кино, оказывается, ты не идешь в кино!